В женской консультации прошли лекции для молодых родителей. Специалисты департамента образования рассказали будущим мамам, как правильно заниматься с детьми в первый год их жизни. На встрече было рассмотрено сразу несколько тем – развития у малышей слуха, зрения, речи, а также тактильных ощущений. Добавим, что лекции проходили в рамках акции «Подари мне жизнь». В нашем городе она проводится уже третий раз. В этом году акция будет проходить в два этапа – марте, апреле и в июле-августе. В рамках акции «Подари мне жизнь» предусмотрено большое количество мероприятий. Цель этих мероприятий – борьба с абортами. Все наши выставки, лекции, фильмы, которые в рамках акции проходят, направлены на снижение абортов. На участие в нашей акции откликнулось очень большое количество школьных школ, большое количество общественных организаций. Поэтому жители города откликаются, очень активно посещают наши мероприятия сами беременные, просто женщины, которые хотят стать мамами.